аналарымызға 8-ші наурызда. Білмеймін. Біздің жалпы MM Entertainment бар ғой, сол жердегі біздің барша аруларымызға міндетті түрде біз сыйлық жасаймыз, бірақ қандай екенін білмеймін, айтпақ қойын. Қарамаңдар оны айтпаймын. Ол аналарымызға біз әрине өзіміз бөлек, әрине бір оригинальный бір сыйлық сыйлаймыз. Әр жыл сайын өз қолыммен сыйлық жасайтын. Картоннан жасап, суреттер салып өгілік, кішкентай болған кезде ғой. Ал осы 8-ші наурызда сол тағы да апрельде туған күні болады. Сол кезде екі күнді бірге қосып, жаңа телефон алып берейін деп отырмын. Мама балуй, маме постоянно. Бабушке цветы постоянно дарю, не знаю почему. Потом я задумался, зачем я ей цветы дарю, господи, типа на следующий день типа цветы сдохло. После этого я ей цветы. Я что подарил? Ну, потом шоколадки всякие, вкусняшки дарил я последний раз, я помню. А маме я всегда вот эти браслетики дарю, типа, связанные с ее жизнью. Я недавно, что я дарил? Типа ножницы, она у меня же парикмахерка, стилист, типа, ну, да, 10 лет старше. И всякие, типа, штучки дарю постоянно. Ну, серебро, конечно, золото я не могу осилить. Типа такие подарки я дарю, а девушкам я никогда ничего не дарил. Пока мне ничего нормально не подаришь первое, я тебе ничего не буду дарить. Кішкентай кезімде 8-ші наурызда бар ғой, мен ағам бар ғой. Мен қарындасыммен, анаммен жалпы күнде азанмен алтыда тұрып, короче, үй жинаптан тамаша жайын деп несетінеді. Осы 8-ші наурыз деген единственный бір сол срок болған, когда екеуміз сұрамыз азанмен кухняда бір-бірімен бүлдіріп атамыз, короче, шоқ-шоқ-шоқ етіп, короче, үйдің бәрін тазалап келеміз деп, потом этот чай, ай, завтрак постель дейді ғой, бүйтіп алып беріп келеміз, ондай бүйтіп, короче, қуанышты, бақытты десең. Поздравляем родителей по-разному, то есть я люблю покупать маме что-нибудь вкусненькое, шоколад или еще что-нибудь такое, и цветы дарить люблю. На этот праздник своей семье в основном дарю цветы и много-много разных сладостей. Моя мама, к сожалению, не в Алмате, она в Актюбинске. Бывает, мы ей отправляем с доставкой цветы с сестрой, а так дома я поздравляю сестру тем, что я делаю уборку, готовлю, и я, по идее, каждый год дарила цветы. Да, я дарю ей цветы. На 8 марта я стараюсь радовать девушек, женщин в своем доме цветами. Поздравляю просто добрым словом. Мне тоже очень часто цветы дарят, да. Мне никогда никто ничего не дарит. В этом году должно что-то да поменяться. Намек, мен 8 мартта егер тек анама келсек, анама хат жазғанды жақсы көрем. Хатымда ол кісіге деген махаббатымды білдіремін. Және де әртүрлі андай керекті сыйлықтар сыйлаймын. Үйге керекті сияқты, себебі ол тіккен жақсы көреді, тігуге керекті заттар. Сондай, білмеймін, практичный адам емес сондай. Сосын гүлдер әрине. На 8 марта я стараюсь чем-то удивить, но получается как обычно, что я покупаю просто цветы, конфеты, открытки. В этот раз постараюсь удивить, приготовить завтрак, накрыть стол, чтобы мама с сестренкой проснулись, увидели это. Вот, надеюсь, впечатлю. А так стабильно, как все, цветы, поцелуи, объятия. Радуйте прекрасную половину нашего человечества. Всем желаю быть любимыми, любить. Желаю женского счастья. Всегда улыбайтесь, радуйте жизни, получайте положительные эмоции. Пусть в вашей жизни будут только белые, светлые, яркие полосы. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо за то, что вы есть. Мы вас очень сильно любим и ценим. Мэдвейв, вас также с праздником, вас. Бахтунда! Мэдмен, любят, ждут вас. Маганда Гульбиреда? Сол, кәдімгідей 8-ші мартқа мерси, гүл, бір тюльпан. Вот, осындай кәдімгідей стандартный подарктар. Иә, солай. А мен әрқашан керекті заттар берем. Сол. Иә. Өкінішке орай менің анам және апам, туған апам Оралда, Алматыдан тыс. Ал былай өзім Оралда болған кезде, күнделікті 8-ші наурыз күні мен оларға гүл немесе шоколад сыйлаған болатынмын. Ал әкем бізге тоже гүл, сондай неше түрлі
тәтті шоколадтар сыйлайтын. Сол. Немесе керек зат. Маған ба? Маған әке мен ағаларымнан басқа ешкім ешқандай сыйлық сыйламайды.